мы в Арне. На красивой улице. Да. А может быть, у них завтра будут какие-то состязания? Вон, видишь, какой прикольный. Деньги просто. О, красота. Ну, как-то у них не работает фонтан-то. Чтобы так прям. Под музычку. Вот так быстро идем, потому что Маша на самокате, да, Маш? Хорошо тут ехать, да? Это тебе не вяло. Знак Макдональдса, но Макдональдса здесь нет. Хотя, может, здесь когда-то был Макдональдс, да? Он вообще в другом месте. По этой же улице, но более туристическое место. А? Да, здесь такие дома старые. Ага. Тут ты можешь сама ехать. Нет. О, магазин Нью-Йорка. Здесь один магазин Нью-Йорка все. Тут у банки. Вот это мне кафешечка нравится. Так она красивая, конечно. Роза Болгарии. Мне кажется, здесь время что-то ремонтируют вот эту дорогу. Идем дальше. Поворот. Я говорю, да? Ой, сколько сегодня людей, реально. Хотя сегодня пятница. 16 июня. Слушай, наверху то люди живут, это жилые, куда? Но они, наверное, тут хорошо живут. Здесь не ездят машины. Газа нет у них. Да тут здесь много туристов. Ежедневно. Дубленки продают. Да? Давай вот сюда подойдем, посмотрим, что за стеклом. А что это за место такое, что они его не могут тронуть, да? Может быть, оно еще вечером светится? Почему они его тут не могут закопать? Так достопримечательно. Здесь, наверное, тоже был какой-то старый город. Туалет. А туалета нет. А я лишаю. Теперь ты лишаешь. Не, лучше вставай на правую ногу, будь правшой нормально. Куда? А он еще... Бутики, бутики. Купить нечего. Ну хотя вот, конечно, может быть, в Бенетоне есть что купить, да? Но... Там одежда такая, не совсем маленькая. И сапиры местные. Кофемашины тут везде. Просто, я не знаю, на каждом шагу. Они очень любят кофе, а? Они очень любят кофе попить, покурить и баницу поесть, даже? Мне кажется. Баницу хочешь? Баница – это булка такая большая с сыром. Но это правда булка большая с сыром. Вот деревья. Ой, смотри, а дерево все мокрое, его поливали, что ли? Что? Что? В перьях. Вот здесь сейчас будет дом красивый, следующий такой угловой.
Мне вот этот еще домик нравится. Едет, как ярмарка сейчас. Видишь, проходит. Да? Здесь сейчас проходит ярмарка. Ну, это что? Да, тут чаек много над морем. Ну и где тебя катить? Ты сама едешь? Хорошо. А я думала, мы хотим прогуляться по парку. Неохота уже? Опять? Куда мы погулять пойдем потом по парку? Потом уже ничего не захочется после парка, поверь мне. Ой, после моря. Нет. Мы думали, в Варне пляж будет чистый, а он тут грязный сегодня. Подальше, конечно, чисто, но подальше не разрешается. Корабль, а на дне, сколько чай. В очках видно, а на камеру.